Несмотря на то, что на пороге уже зима, последствия большого весеннего паводка жители региона чувствуют до сих пор. Напомню, в апреле этого года 8 районов области пострадали от сильного наводнения. Вода затопила подворье, огороды и зашла в дома, испортив имущество. Многие семьи остались буквально ни с чем. Помогали пострадавшим тогда многие. Региональные местные власти, сотрудники спецслужб и соцзащита, не остался в стороне и областной профсоюз образования. Даже спустя несколько месяцев после трагедии членам профсоюза, чьи дома были потоплены, выделили материальную помощь. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. «Своих в беде не бросаем» – это не просто слова для членов Волгоградского областного профсоюза образования. Когда они узнали о трагедии, которая случилась весной этого года, пришли на помощь одними из первых. От весеннего паводка пострадали 8 районов. Особенно туго пришлось жителям Кумылжинского, Фроловского и Иланского районов. Вода, пришедшая внезапно, поднялась очень высоко. Людям приходилось спасаться на крышах. В апреле этого года очень неожиданно наша тихая и спокойная речка Кумылга, которая протекает по нашей станице Кумылжинской, неожиданно начала наполняться водой. Паводок был очень большой силы, вода прибывала стремительно, и высота поднялась более 4 метров. Конечно, люди, которые проживали на ближайших улицах, которые находились рядом с рекой, это улица Колхозная, Заречная, Блинова, очень сильно пострадали. На этих улицах проживает очень много работников образовательной сферы, и более 40 человек пострадали от весеннего паводка. Почти все лето люди, пострадавшие от паводка, восстанавливали свои угодья. Вода испортила планы на хороший урожай. Почти все эвакуированные вернулись в свои дома, но перед ними встала задача – сделать серьезный ремонт. Многим приходилось менять полностью пол, чинить фундамент, клеить новые обои. То, что мы видели своими глазами, как происходила эвакуация, как поднималась вода практически до полутора метров и выше поднималась вода в домах, это и мебель, это и домашние животные. Ну, в общем-то, здесь перечислять можно много, но очень грамотно, конечно, сработали все спасательные службы. Очень благодарны службе МЧС, которые приехали на помощь. Это спасательные лодки, это специально обученные люди. Это мы видели своими глазами, как эвакуировали детей, как эвакуировали вещи. Это и слезы, это и, ну, в общем-то, растерянность людей. Ну, в общем-то, страшная картина. Когда она беда прошла, уже здесь где-то с юмором люди воспринимают, потому что жизнь, она продолжается, в любом случае жить нужно, восстанавливать нужно. Огромные слова благодарности. Вот только здесь, только это, только сплочение, только вот взаимовыручка, взаимопомощь, только вот это, наверное, помогло людям вот пережить эту ситуацию. Но на восстановление нужно много сил и, как многим понятно, нужны деньги. Поэтому даже спустя несколько месяцев после паводка областной профсоюз образования повторно собрал деньги для помощи пострадавшим от этого стихийного бедствия. Материальную помощь получат более 130 человек из разных районов региона. И среди людей, которые пострадали, были вот члены профсоюза, работники дошкольных учреждений, работники школ. И уже профсоюз образования вместе со всеми откликнулся в этом смысле. И областной профсоюз выделил материальную помощь в объеме 500 тысяч рублей и обратился и к территориальным организациям, и к Центральному совету профсоюза по возможности оказать помощь. И это приятно, что территориальные организации наши также всем миром собирали, пытались помочь пострадавшим. На сегодняшний день от Центрального совета профсоюзов для пострадавших поступило 600 тысяч рублей. Но главная мысль в том, что никто не должен оставаться один на один со своей бедой, а люди должны помогать друг другу в самые сложные минуты. Сабина Саблина, Андрей Матюшков, телеканал «Волгоград-1».